Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, давай посмотрим задание. Так, нанесите 20 единиц урона героям-орехам в доспехах. Розой 20 единиц урона надо нанести и цитроном. Так, ну что, поехали. Значит, орех, роза и цитрон. Ну, блин, сейчас с этим орехом еще промучимся. Какой тут мне нужен-то, я даже и не помню. Но не этот. Не этот, может быть вот этот вот. Не уверен, но давай попробуем сыграть за этот орех. Как говорится, была, не была. Но нашли. Это у нас ржавый разряд, собственно, персоны. Ну, давай так сделаем. Пока. А там уже будет видно. О-о-о. Как все запущено, друзья. Вот так вот, да, значит? Ну, хорошо. Что мы можем сейчас сделать? Давай так попробуем. Так, этого ханыгу надо валить. Этого ханыгу нам надо валить. Давай сделай так. Что он может тут придумать? Ну, если вот так вот сделаю. Начинает шаманством заниматься. Понятно, короче. Так, телепортация. Интересно. Даже так. Ну, понятное дело, что у него, наверное, там ракета будет или еще что-нибудь. А, вот так вот. Ну, допустим, что там дальше у тебя? Что же там у тебя есть, а? По-моему, у него там только одни заклинашки, наверное. Энергию дополнительную. Нет, что-то он мутит. Какой-то план мутит, ребят.
Так, мы потом поставим, наверное, с тобой орех. Но я боюсь, что у него есть камень. О, валун. Если он у него есть, то это будет плохо. Или же у него курабощик есть. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Так, ботанка, да? Ботанка. Ага, прокачивает. Ну. Так, ну что, потом ставим орех, наверное, да? И там уже будем смотреть, как он там будет выкручиваться. Наверное, 5 и 4. Вот так вот сделаем. Ну давай так глянем. Ну допустим. Ага, курабочек, да? Здесь особо сильно не получится, парень. Так, у нас есть еще роза. Такс. Ну давай смотреть. Вирус. Ну да, если вирус влепит, конечно, будет плохо. Усиливает. Еще усилить. Так, бонусная атака, что ли? Все. Не помогло. Блин, а мы 20 единиц урона не нанесли. Мы нанесли только лишь 16. Только лишь 16. Нам придется еще переигрывать. Ну, давай. Попробуем. Ой-ой-ой, великанус против нас. Ну что у нас тут есть? Я, наверное, этого уберу пока. Да ладно. Ну тут как-то вообще не айс. Вообще не солидно, не шиша, да? Ну, крокодил, ну и что? Что он планирует сделать? Ага. Ну что, прикроемся тогда?
Там у него срабатывает защита. Удешевляет карты. Он удешевил карты. Я не знаю, нужно ли мне занимать вот эту локацию. Ну, допустим. Я могу его убрать, конечно же. Он что, хочет доборов там набрать дофигища, да? Давай я так сделаю. Хорошо, на гаргантюахах. Пацан хочет отыграться. Этого трогать мы пока не будем. Пускай эта зона будет занята. Он мне особо не мешает. Если, конечно, он будет его прокачивать, то да. Даже так делаешь. Угу. Вот так вот он решил. Парам-пам-пам-пам-пам. Ну, давай глянем. Перемещаешь. И заморозка, да ради бога. Ради бога. Кукуруза. Отлично. Бомбим сюда. Ставим сюда ее, да, наверное, кукурузу. Сейчас посмотрим. Такой наивный парень. Просто сама наивность. А здесь можно вот так вот блок поставим. Тита-тайс. Да? Давай смотри дальше. О, 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 выставил. А он же только... Блин, я не помню, ребята. Давай, наверное, сделаем так. Ну и так, наверное. Плюс еще на воду поставим крокодила. Бэмс. Ну да. Ну и красота-то какая, ребят, получается. Давай смотреть. Ну, уничтожишь. Уничтожишь. Перемещаешь. Ну что, в лицо. И дело за малым. Дело за малым, друзья мои. Я ставлю сюда орех.
пускай что хочет делает. Ой, ой. Ну и все. Не помогло тебе, парень, не помогло. Мы такие колоды, как орешки, щелкаем. Так, ну что, ребята, теперь нам надо идти и играть, блин, за розу. А потом за цитрон. Эх, роза, роза. Ну давай посмотрим. Это моя колода на заморозках, да? Ну, давай попробуем. Ну, честно сказать, я не совсем уверен, что мы такой колодой можем победить. К тому же против супермозга. Ладно, попробую. Есть ли смысл мне сейчас ставить? Наверное, нету. В данный момент. Но у него наверняка тоже есть перемещение, да? Он меня сейчас типа проверяет, что ли? Выжидает что-то там? Ну давай, выжидай. Такс. Хорошо. Сундук. Ну, сундук мы этот сейчас уничтожим. В принципе. Пускай он что хочет набирает. Все? Ну давай сделаем так и вот так. Угу. Гаргантюаха, все дела. Да? Так, ну что, едем дальше? Нет, это тебе не поможет, парень, даже не думай об этом. Давай так сделаем. Этого гаденыша превратим во что-нибудь. Пускай будет так. Но у него кровожадность есть, не забываем об этом. Уничтожил, ну молодец. Я же тебе говорю, кровожадность у него есть, пускай тратится. Конечно же, ребята, сейчас он его нет, не стал перемещать. Угу, вот так вот. Давай смотреть. Так, берет энергию. Заморозку. Ты еще выкопал какую-то заморозку? Угу. Так, что он там?
Он не знает, как угомониться. Так, сейчас мы его угомоним. Все? Подожди-ка. Подожди. Нам, наверное, лучше сделать вот так. И вот так. Поехали. Ну? Да твою-то, блин, ты как ты меня бесишь, твою дивизию, блин. Как меня, блин, я думал, что сейчас после него сработает. Нет, ребята, не после него, блин. Так, ну что, заклинашки он будет применять, я так понимаю, да, сейчас? Так, три в лицо. Поехали. Так. Ребят, ну вот это как... Давай, применяй. Не стал. Не захотел. О-хо-хо-хо-хо! Ну вот и все, по ходу дела. Надеюсь, у него кровавой луны-то нету там. Блин, ну мне нужно 5 единиц урона ему пробить. Мне же 20 единиц нужно. Он же не хилялся, ничего не делал, да? Вот, видишь, что делать? Сейчас в лицо моему бампнем. И еще разочек бампнем. Пускай он там делает, что хочет. Три единицы не добили. Всего лишь 3 единицы хп мы ему не добили. Твою дивизию. Ну как так-то? Ну как? Даже одну... Одну единичку не пробили. Ну давай попробуем. Блин, одну единичку урона ну, нанесем в любом случае. Сейчас-то. Ну, честно сказать, нам даже очень круто. О-хо-хо. Вот здесь вот, ребят, не знаю. Ржавый разряд. Так, терновый куст. Но они все время на этих начинают. Прям вот излюбленное у них вот начинать. Ну, на заклинашка, конечно, ребят. На чем же он еще может сидеть? А нафиг мне вот этот ландшафт? О, как. Ну, естественно, он сейчас кого-то будет сюда ставить. Либо ландшафт, либо еще что-нибудь. Ну, если я сделаю вот так, например. И вот так. Так, прокачивает зомби. Ну, если я сделаю вот так вот, например. И вот так. Thank you.
Но у него наверняка валун есть. Нет, у него шаманство. Допустим. Капелька, капелька. Так, и так, да? Вот сюда поставим, посмотрим. Прячет в надгробии. Это его дело. Кровожадность. Так, ну в следующий раз все равно я его заморожу, ребят. Что он там, думает, что он выкрутится, что ли? Нет. Единственное, что он вот этого может меня уничтожить. Вот это да. Ага. Вот так вот, да, значит? Ну, давай. Он может его уничтожить. Он хочет его прокачать там до охренения, что ли? Как хорошо, друзья мои, выпало. Ты посмотри. Так, вирус. Я так понимаю, он хочет бомбануть мне, да, типа? Бомбануть. Вытягивает. Слишком дофига карт вытягивает. Так, вот тут уже вопрос. Ну, удешевляет, удешевляет заклинашки. Тут не поспоришь, ребят. Удешевил. Так, вирус. Ну и все. Так. Так. Ага. Будем смотреть. Ну, понятно, шаманство там все это. Давай дальше. Ландшафт меняет. Это даже на руку нам. Поехали. Все, что он сделал. Так, мы сейчас с тобой получим карточку. Оставим ее пока. Thank you.
Очень интересно, блин, жалко у меня. Давай поставлю так, наверное. И вот так. А там посмотрим. Угу. А вот сюда хочешь поставить? Нет, он начинает добором. Блин, жалко, что... Так, у него курабочек есть. Угу. У него есть курабочек, это 100% я говорю. Даже так. Блин, Роза, ну ё-моё, ну... Ну, в козла, как всегда, ребят. Ну, в любом случае, я нанес 2 единицы урона. Или одну единицу урона мне нужно было сделать. Сейчас он вирусы будет клепать здесь, понятное дело. Я тебе о чем говорил. Сейчас вирусы начнет. У меня ни дышек нету, к сожалению. Ничего нету. Они все играют как под копирку. Вот я тебе серьезно говорю. Все абсолютно. Ты видел что-нибудь? Вот эта вот колода, это... Да ее просто, ну... Еще и на врага сыграл. Так а фиг ли мне вот этот вот ландшафт? Ребят, уже мне не поможет здесь ничего. Я нанес ему урон. Я прошел это задание. Теперь пойдем играть за Цитрона. Вот с Цитроном проблема у меня. Во-первых, у меня и колоды-то нет у него. Сейчас будем. Вот какая-то такая колода. Я не знаю, почему именно я такую создал. Но за неимением чего-либо будем играть за нее. Тоже нужно нанести 20 единиц урона. Так, нам дают бесенка. Он почти на высшей линии. Чё-то как-то тут надавали мне, блин. Так, это же у нас... Так, на ландшафте рикошет зомби. Хм. Уже мне не нравится, что у нас тут происходит, друзья. Офигеть! Еще и этого ханорика здесь ставит. Это называется карта не зашла. Даже так. Это, конечно, круто. Ну что, у него там бонусная атака, наверное, будет, да? Скорее всего. Рикошет. Так, ну что, он пробивает, по идее, в блок мне. Что?
Что у этого гаденыша может там быть еще, а? Курочка, да? Вот это, конечно, гадость. Пять-то в лицо зачем? Ж больно. Хиляться надо срочно. Просто срочно, ребят, нужно хиляться. Давай так сделаем. Пират. Кого он хочет снести? Здесь? Так, наносит же он одну единицу урона, надеюсь. Не надо вот этого делать. Четыре в лицо, блин, у меня хила нет, понимаешь? А вот как мне от этого, а, избавиться? Есть одна идейка. Подожди. Вот так вот, если. Сейчас бомбанет, да? Вопросик. Ну, если вот так сделаем. Давай только не сдавайся, парень, а? Хотя я сам сдавался в предыдущем поединке. Ну, если ты видишь, что никаких шансов нет тут на победу. Ну тогда сдавайся, не выжидай время. Вот это вот бесявое, вот когда вот так вот ждут по три часа, блин. Твою налево, ребята, 7 единиц урона мы всего лишь нанесли. Придется нам повторить тогда нашу заходку. У меня цитрон с двумя хпшками. Очки слетели. Сидит. Как же я устал, ё-моё, бороться с этими гаденышами. С этими зомби вечными, которые нападают на мои грядки. Да. В общем, 7 единиц урона надо еще нанести. Еще надо постараться нанести. Оу, щит. Это у нас заразительная сальса. Танцы, шманцы, зажманцы. В общем, все в этом духе. Ход зомби. Я пока, наверное, пропущу ход. Хотя надо было. Ну, видишь, у него заклинашки есть. Он может его уничтожить с полтыка. Пока воздержусь. У него танцоры там единички. Хотя он ждет, ребята. У него, скорее всего... Давай так попробуем. Вот, видишь, что он делает? Он на танцах будет выступать. Наверняка у этого чудика есть капелька.
100% тебе говорю, у него есть капелька. Спросишь, какая еще к чертовой бабушке капелька? Та самая капелька. Та самая, друзья мои, капелька, которая может уничтожить раненого бойца. И вот как он сейчас поступит. Так, у него коварный план опять появился, да? Ну а что будет, если я, например, поставлю вот так вот ландшафт? И вот так вот. И вот так. Даже так ты делаешь? О-е. Ну, о таком я даже и мечтать не мог. Ну, это прям, ребят, халява. Я серьезно говорю, это прям халява, халявная. Одну единичку, ребята, урона не нанес. Твою дивизию, блин. Они издеваются надо мной. Они просто издеваются надо мной. Ох, с разгромом-то да. С разгромом нам только тут и драться. Но это будет жестко. И... Че, еще и вылетит игра сейчас? По ходу дела, да? Что-то зависло. Поехали. Это этот, VPN там что-то начал выпендриваться, не понял, что-то сбросился. Пока не будем ничего делать. Я знаю, что валун у него 100% должен быть. Трандры. Вот тебе и трандры. Вот тебе и трандры. Ну давай, ходи уже, ё-моё. А что мне ставить в следующем? Орех вот этот вот водяной. И попытаться у него выудить все... У него может баллончик быть. У него может быть валун. Да все что хочешь. Ну давай сюда поставим, посмотрим. Ну он уже, наверное, заподозрил, да, скорее всего. Я не сомневался, что валун у него будет. Я даже предполагал. И это касается всего. Даже если я поставлю крахмал, он его тоже, наверное, бомбанет. Я раньше думал, что крахмал относится, ну, к орехам. Думал, что вот это будет ореховая команда. Но нет, если крахмал получает урон, но этот орех у нас не срабатывает. Зеркальный. Давай поставим вот сюда. Будет ли у него еще один валун или нет? У него челюсти. Ты видел, что он творит? Давай так сделаем. Угу. Вот как он творит, да? Thank you.
Так, водяной паршивец вылез. Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Пум-пум-пум-пум. Сейчас будет, блин, самое интересное. Угу. Давай сделаем так. Понятно, что у него срабатывает защита. Я уж там не знаю, на что, на ХП или на что. Сейчас своих зомбари тут расплодит. О, даже как. Еще один. И еще один. Все, заполонил, короче, он этих хламонов. Так, друзья мои, ну что? Как будем делать? Раз, два. Ну тут никак, тут получать в лицо нам только лишь светит. Или же... Давай смотреть. Ну, у него 8 энергии. Сейчас, ребята, что-нибудь да сделает. Фиговенькое он. Так, восстанавливает здоровье. Плохо. Это очень, ребята, было плохо. Ну, нам не выжить здесь. Был бы там, не знаю, какой-нибудь орех был, еще что-нибудь, тогда да. А в данном случае нет. Не дожили мы до тебя, баклажан, к сожалению. Но ничего страшного. Ничего в этом страшного нету. Так, все, друзья мои. Прошли мы все задания. И на сегодня я буду закругляться. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.